Как происходят съемки с утра в воскресенье? И мы готовим вам видео. Нет, у нас нифига не получится, да. Но мы пробуем. Ладно, показаться так показаться. Не умытая так не умытая. Так вот, я хотела написать сейчас пост в Инстаграм о воспитании, потому что у меня вообще просили видео, надо будет снять, о воспитании именно Доминики, то есть девочки. Я такая сейчас лежу и думаю, так, пост написать, а что же писать? И вот мы с Никой разговариваем, и я ей говорю... Ну, давай ты говори. Ну, что я? Давай, давай. А что я? Ну, давай. Не я. Мама говорит, что она воспитывает меня по интуиции. Вот, кажется ей, что пора дать штифли. Тренделей. Звездюлей. Звездюлей, тренделей. Она их дает. Чувствует, что похвалить. Не хвалит. А знаете, почему не хвалю? Потому что, когда я ее хвалю, она потом говорит, мам, не хвали меня, потому что, по-моему, ты глазишь. Так что я, когда хвалю, я боюсь ее хвалить. Я только похвалила, а потом оп, и она этого не делает, за что похвалила. Всё. Поэтому я даю только тренделей. Да? Да. А вы же видите, как я ей даю трендюлей? Чё ты лезешь, блин, ко мне? Ну, вот такое вот у нас воскресное утро. Обсуждаем ближайшие видео. Я вообще-то тобой хотела закрыть вот те вот вещи, которые постираны, но не разложены. Ты взяла и спалила всё. Какие вещи? Молодец! Ты все спалила, что ты все палишь? Ляпай! Ника, ты не спали мне новую люстру, ты чё? Ты сама я за нее две штуки отдала. Ты все палишь, вот я и палю. Да, просто утро затянулось, и наш выходной, он до вечера продлился. Помогает маме делать ляпы. Ну, потому что я ляпы не люблю делать и не могу. А Ника говорит, я сделаю. Поэтому она забрала мое видео, которое я смонтировала, и добавляет туда ляпы. Так что ждите на канале. А что ждите? Оно было перед этим видео. Так что смотрите. Смотри, как я сделала. Но это было довольно долго, но я это сделала. Как ляпы будут. Ляпы. Срочно зовите зоозащитников. Ты что, вонючка? Вы издеваетесь, готовы. Где ты лазил, вонючка? Ай, только не царапаться, ай. Ты где лазил? Ты грязный. Ты лезешь ко мне. Фу, боже. Иди отсюда. Фу, боже. У меня другой объект для съемки. Все, теперь убираешь с одного объекта. Вона там вот земля, это? Да. Це там вона, надо что-то вона пробувати. Вона така з дому виходить, що ж я більше? Вона подає. І це треба буде її везти, що там. Ну так, да, я поки ми свою сюди розуклон, щоб тут мост буде. Що уровень один буде по кругу. Заливаємо 7 см, 10 см трамбовки. Да.
Це представте, скільки ще комодів щебня мало. Дубль 1225. Вообще это второй, ну ладно. Всем привет. Мы с Никой придумали серию воскресных блогов. Но так как это воскресенье я провтыкала, я его прогуляла, то сегодня у нас воскресный влог во вторник. Мы сейчас в фотостудии «Счастье». Это Катюша, которая сделала красивую меня, делает еще, и сделала красивую мою маму. Следующая на очереди Ника, а Дема у нас и так красивый. Вот. У нас сейчас будет фотосессия в пижамах, и у нас еще будут гульки после фотосессии. И вообще, в принципе, я не знаю, в каком формате будут видео, но мы пытаемся сделать формат юмористический, полезный, интересный. Ника чуть шкаф не сломала деревянный. Так что ставьте с нами. Красивая Оля. Одобрена, как у тебя? Одобрена. Тушка Баре. Это этот... Вивьен Сабо. У меня была прикольная такая, но потом я покупала 3 раза подряд, потом надоело, и я сменила. Угу. Вот, сейчас у меня на глазах тоже Вивьен Сабо. Коричневая у них очень классная. Да, я не пробовала коричневую. Кстати, я очень хочу синюю попробовать и зеленую. Глаза сразу такие какие-то другие. В нем же есть, в Кабаре же есть цветные туши. О, вот видите, полезно пообщаться с мастером. Очень-очень классные цветные туши в российской косметике. Господи, дай бог сейчас. И, кстати, в Инстаграм девочки уже начали спрашивать, что же это? Ну, написано Age Reversist, значит, возвращатель возраста. Ну, на самом деле... Отматыватель перемотал. Под глазки наносите, и сразу же вот ощущение лифтинга, такое ощущение, оп, стянуло. Все морщинки сразу оп и спрятались. Вот. Я в Инстаграм отметила. В общем, название ставьте на паузу и записывайте. Это турецкая, да? Турецкая? А еще Катя проводит такие, как курсы макияж для себя, да? Да, там себе без артиста. Вот. Сколько там уроков? 5? 5 уроков. Один из них теория, но можно за 4 занятия пройти 5 уроков. Стрелки, красные губы, smokey eyes, дневной и вечерний коктейльный макияж. Максимум полезной информации. А сколько стоит? 2,5, 5 уроков. Так что, девочки, 2,5-5 уроков, если вдруг что, я оставляю контакты внизу под видео. Становись бабушкой сюда. Не скучно. Скучно быть тут. Сейчас мы чуть-чуть, я же быстро, ты знаешь, что я быстро фоткаю. Чуть-чуть мы сейчас быстро чик-чик-чик и будем пить какао и дам вкусные конфеты, если мы разрешим на конфеты. Мы сидим и получим. Потом! Молодец. Вот так вот. Поэтому я и говорю, что Настя мега крутой фотограф. Мне уже, я помню, такой карамбулина. Общий язык на фоточку классно с детьми. Вот эта рука, которая у тебя рассказывает, как надо становиться, чтобы были классные фотки. Ну вот здесь вот. То есть не за талию, чуть-чуть за плечо, вот в этом месте где-то. А вот эта, которая у тебя висит, ты ее не прячешь налево, а ты ее вот сюда, смотри, куда я положила. Вот так, давай. Мне как боком встать прямо. Во, отлично, как ты стоишь? Классно. Так она наша, да, к малой попа пошла. Во, да, да, чтобы я все-таки сюда попу видела, чтобы... Демчик, чуть-чуть, ты, Оля, отойди сюда. Вот в эту сторону. Не-не, Оля, ты да, до меня не отходи наоборот. Во, малой, ты как, во, лази, руки в карманы, как я сделала. Ты ж мэн, руки в карманы. Дема. Не карманы. Где карман? И что это? Я! Он в снегу. Я! Только не глотни. Это значит, да, мам, Ice Bucking Challenge. Ныряем в снег. Моя курточка. Сейчас.
Свеча там должна гореть. Ногти Ники сделали, Лена, покажи. И самое интересное, смотрите, я сделала себе. Ника, повторюшка-мушка. Я не повторюшка, видишь, у меня же не точно такой же. Ну да, по цвету отличается. Не, ну, я... мне на самом деле, мне приятно. Я не люблю вот такой формат, скажу откровенно, потому что это прям новогодний, но... После ванны голову намазала маслами, лицо кремами, вот, чтобы питать, увлажнять. Вы, кстати, хотите такие видео на тему бьюти или как? В любом случае, пишите мне, оставляйте комментарии, пишите, какой формат, потому что я уже говорила о том, что хочется добавить чуть-чуть юмора в этом видео. Юмора как такового нету, но в предыдущих он был, и он не всем зашел, поэтому пишите, оставляйте комментарии, очень-очень ждем. Но, опять же, хочется быть собой. А мы слегка сходим с ума иногда, да, Николь? Конечно. Да, ну то есть мы дуркуем, и это не на камеру, то есть в жизни мы дуркуем еще больше, чем на камеру, если честно. Вот так вот, все, всем пока-пока и до новых видео.